Свои ошибки признали и постараются не допускать их впредь. В работе одной из авиакомпаний Иркутска прокуратура выявила ряд грубейших нарушений. Все они касались несоблюдения норм безопасности. Люди, которые эти правила нарушали, уже привлечены к дисциплинарной ответственности. Уволенный авиационный техник, инженер по авиационному оборудованию. Два руководителя, которые не проконтролировали работу данных сотрудников, понижены в должности. Прокурорская проверка последовала после происшествия в Иркутском аэропорту. В мае текущего года один из самолетов авиакомпании вылетел из областного центра в Братск. Через какое-то время было обнаружено, что показания скорости полета по основным и дублирующим приборам не фиксируются. Из-за этого самолет вернули в аэропорт вылета. Командир воздушного судно, не обеспечивший надлежащую приемку самолета и его техническую готовность к полету, понижен до второго пилота.